Реми. Глафира Петровна! Душенька, Глафира Петровна, в этот счастливый день годовщины нашего супружества, в этот достопамятный высокоторжественный день, я, ваш любящий супруг, всеми силами души моей, от всего сердца моего, quelque chose pour vous? Vous cherchez quelqu'un? Pardon. Ждать! Thank you.
сегодня ровно в 9. На Крюковом угол Сретенского. Во втором этаже, направо от лестницы. Будь там без ошибки. Ради Бога. Трогай! Ну. Предопределено. Положить конец. Пресечь. Милостивый государь, позвольте вас спросить. Не обращайте на меня внимания, как на лицо взятое в общественном смысле. Вникните по-человечески. Перед вами, сударь, человек, нуждающийся в покорнейшей просьбе. Если могу, что вам угодно? Ну, не думайте уж вы, что я денег у вас прошу. Помилуйте. Я понимаю, я должен вам казаться беспокойным и странным. Я вижу, что я вам в тягость, но извините. Извините, но позвольте спросить вас откровенно, не видали ли вы здесь одной молодой дамы? В этом, собственно, и вся моя просьба. Дамы? Да, одной дамы. Я видел, но их, признаюсь, здесь так много прошло, что я... Я не то хотел сказать. Я хотел спросить, не видели ли вы одной молодой госпожи? Имя ее вам не надо, молодой человек. Одной молодой госпожи в лисьем салопе, бархатном капоре и с вуалью. Нет, не заметил. Ну что ж, извините. Нет, я точно вижу, что я вам в тягость. Считайте, что видите меня в расстроенном состоянии духа, почти в сумасшествии. Ну, не заключите чего-нибудь. Ну-ну, к делу, к делу. Нет, я решительно выжил из ума. Интересно, как я вам кажусь в моем унижении. Но позвольте... Говорите откровенно. Да сделайте одолжение, но я же еще не знаю, в чем ваше желание. Ну, говорите. Вам я откроюсь, мой незнакомый друг. Я вам расскажу решительно все. Ну-с. Обстоятельства связывают иногда людей совершенно разнородных характеров. Ну-с, дальше, без пустяков, дальше. Без пустяков, помилуйте, что за тон. Без пустяков. Извините, может, я вас оскорбил, назвав молодым человеком, но я не имел ничего. Одним словом,
Если вам угодно оказать мне величайшую услугу. Так вот, одна дама. Я хочу сказать, порядочные женщины из превосходного семейства моих знакомых. И мне поручено... Я сам семейства не имею. Но объясняйтесь скорее. Помилуйте, тон ваших слов. Я сбиваюсь. Я чистосердечно осознаюсь, что я сбиваюсь. Если вы надменный человек, то уж достаточно видели мое унижение. Ну-с дальше. А? Ну так вот, эта дама благородного поведения, легкого содержания. Ой, я сбиваюсь точно, я про литературу говорю. Вы думали, что Поль де Кок легкого содержания, Поль де Кок легкого содержания? А ведь если задуматься всерьез, то вся беда проистекает именно от Поль де Кокотас. Скажите прямо, вам верно изменили? Сударь. Убили. Сударь. Сейчас будет удар. Ой! Сударь. Угадали. Измена. Хотя с кем не бывает. Ой! Соляви. Но согласитесь, между молодыми людьми я хоть и не молодой человек. Привычка. Холостая жизнь. Между холостёжью, знаете. Известно. Но чем же я вам могу помочь? Я не знаю, куда, наверное, пошла эта дама. Ну-с. Но я знаю, что она в этом доме. Я, видите ли, жду ее. Я хочу ее встретить. И объяснить, как это неприлично. Как гнусно. Понимаете? Я не для себя это делаю. Вы не подумайте. Нет. Это не моя жена. Это чужая жена. Муж там, на Вознесенском мосту стоит. Он хочет поймать, но не решается. Как всякий муж еще верит. Несчастный человек, уверяю вас. А я его друг, как вы можете увидеть, ибо не стал бы так сокрушаться из-за него, если бы, так сказать... Сколько раз я ему говорил, ну зачем ты женишься на молоденькой, милый друг? Звание у тебя есть, достаток есть. Почтенный человек, что все это променять на прихоть и кокетство? Нет семейной счастья. Вот тебе семейное счастье. Сначала сам мужа я обманывал, а теперь вот. Пьет чашу, несчастный человек. Даже в день годовщины свадьбы пьет чашу, вот. Пардон. Что? Я не имею чести знать вас. Не смею любопытствовать, кто вы и как, но во всяком случае, позвольте познакомиться. Очень приятный случай. Я должен был сделать это раньше, но я, знаете ли, забыл все приличия. Да нет, ну что вы, помилуйте. Не извиняйте меня, не извиняйте. Я в некотором расстройстве духа теряюсь, как не терялся никогда. Хорошо-с. Ну да, наконец, что вам угодно? Я объясню. Эта дама, я ловлю ее. Мне поручено. Это хитрая молодая дама. Вечный Поль де Кок под подушкой. Боюсь, прошмыгнет как-нибудь незаметно. И вот я хочу обратиться к вам с дружеской просьбой. Извините за вольность. Но если уж вы все равно здесь ходите, то не могли бы вы ходить как-нибудь, вот, так сказать, чтобы ходили вы по этой стороне улицы и по переулку эдак вот покоем, то есть описывая собой букву П. Я же буду сторожить на углу. Вы как заметите ее, остановите и крикните мне. Который час? 10:30. Однако... Обещаю, что кликну вас, но покорнейше прошу дать мне место и удалиться. Я ведь тоже жду. Извольте, я удаляюсь. Вы видите, я понимаю страстное нетерпение молодого сердца. Я понимаю, молодой человек, холостёж, покоем трогай. Ну. Thank you.
Сара, Сара, Сара. Извините. Черт вас возьми, наконец! Извините, молодой человек, я опять к вам. Дайте мне честное слово, благородное слово, чтобы не любовник. Я? Позвольте, честь. На Вознесенском мосту. Ой, я заговариваюсь. Я хочу сказать только что... Милостивый государь. Конечно. Конечно. Вы благородный человек, и я весьма далек от мысли, что вы – это он. Я не замораю вас мыслью, но вы обязали бы меня своим честным словом и сняли бы с меня груз. Ну хорошо, извольте. Честное слово, что любовник, но не вашей жены. Чужой жены. Чужой жены на Вознесенском мосту. Иначе я не был бы сейчас здесь на улице, а был бы с ней. Кстати, который час? А, да ладно, я вас уже спрашивал. Все, ступайте, не теряйте время. Вы, она же уйдет 1000 раз. Господи, боже мой, ну ваше в лисьем салопе и в капоре. А я в клетчатом плаще и бархатной шляпке. Ну что вам еще-то? Ой. Ой. Ну чего больше-то? Значит, бархатная шляпка. У нее есть... И бархатная шляпка, и клетчатый плащ. Ой, да черт вас возьми. Ну что же вы на меня так смотрите-то? А потому, молодой человек, что по вашим глазам я понял, что угадал. Да нет же. Нет, черт возьми. Слепы вы, что ли? Ведь я не с нею нахожусь, я здесь, перед вами стою. Ну и почему же вы не с нею? А? Потому что мне здесь назначено ждать после 9. Ах так. Еще ему все и расскажи. Да ступайте. И где же она сейчас? Ваша. Ну хорошо, у моей здесь знакомой, во втором этаже. Кто? Вам что, по имени назвать, что ли? Ну, зачем? Ну, генерал. Половицын. Нет, это не тот генерал. Черт возьми, почем вы знаете, что Половицын, а? Ну? А, впрочем, мне все равно, хоть говорите, хоть нет. Как благородный человек, я вам скажу все. Вчера я встретил его превосходительство генерала Половицына. Он говорит, что уже 3 недели как переехал на новую квартиру. А жена? Чужая жена. Что на Вознесенском мосту. Она им родня. Эта дама говорила, что 3-го дня она была здесь. В гостях. У них. Выходит, где? Вот тебе наводку, любезнейший. Кто живет нынче в квартире Половицыны? Известно кто. Софья Алсуфьевна. Черт возьми. Какая такая Софья Алсуфьевна? Идемте, идемте-ка в тепло. Слышал я про Софью Алсуфьевну. Веселая вдовушка. Держит салон, приглашает кого ни попадя.
Ах, ты черт возьми, а? Да, я в страхе, я в ужасе. Я хотел бы знать, милостивый государь, как зовут даму? Ну, муж, который на Вознесенском. А, Глафира? Нет. Ну, конечно, не Глафира. Я сам знаю, что не Глафира. Ах, черт возьми. Черт возьми. Ай-яй-яй. Милостивый государь, с чего это вы вдруг взяли, что ее зовут Глафира? А, черт вас возьми, с вами что тут возня? Ну, полно. Молодой человек. Не стал бы я на вашем месте сулить почтенному человеку в несчастье. Простите, черта на каждом шагу. Зачем? Черт возьми, черт возьми. Ну, да, черт возьми, черт возьми! Позвольте. Пупсик. Пупсик. Не та. Это оттуда. Боже мой. А. Значит, и она может быть там. Ну вы-то, что ж вы стоите-то? Ну, подите к генералу. Так он переехал. Ну, подите. Я вас прошу, все равно, подите и сделайте вид, будто вы не знаете, что он переехал. Да приходите к нему, как будто за женой. Накрывайте, кому следует, у Софьи Алсуфьевны. Ну, а вам что до того, что я накрываю? Срамитесь вы. Жалкий человек за женой уследить не может. Чужой женой, милостивый государь, вы почти забываетесь. Ну и что, что забываюсь? Перед кем забываюсь? Как ваша фамилия? Зачем вам фамилия? Затем фамилия. Как ваша фамилия? Я не могу объявить, поверьте. А почему это вы не можете объявить? Поверьте, я заслуживаю более вежливых выражений. Ого-го! Да, вы заслуживаете! Тихо. Милостивый государь, если вы чем-то расстроены, я даже догадываюсь, чем, но во всяком случае забываться не нужно. Вы еще очень молодой человек. Да мне это что ж, что вы старый. Эк, невидаль. Тогда ступайте прочь, если туда пойти, если туда трусите. Какой я старый? Что за тон? Какой я старый? По званию, конечно. А вообще, я раскаиваюсь, что доверил вам тайну, а вы... Что я? Что? Вы эксплуатируете что? Мое расстройство. Вы же видите, я в расстройстве духа. Опять за свое. Мне уже смешно, и все. Что вам кажется, каждый обиженный муж и есть колпак? А вы разве муж? А? А вот мне кажется, что вы есть любовник. А вам что за дело? А то, что вы есть трус. Я? Да. Что же вы туда-то не идете? А потому что мне здесь ждать велено. Ах, здесь? Здесь, от 9 и хоть до ночи. А так? Да. А вот вы
То и есть колпак, коли боитесь призвать жену к порядку. Кто вам сказал, что жену? Вы и сказали. Я заговариваюсь. А. Но как человек, пользующийся некоторым уважением. Колпак. Повторяю, как человек уважаемый, я колпак. Не могу быть назван тем словом, которое колпак. Вы здесь произносите. Колпак. Молодой человек. Ой. Господа, который час? Который час? Колпак. Боже. Колпак. 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 Колпак, колпак, колпак. Колпак, колпак. Предопределено! Второй этаж! И направо! Простите. Стойте. Муж, идите сюда. Идите сюда. Муж. Чей? Мой муж. Ой. Идите сюда, сюда, сюда идите. Да под кровать. Ну, под кровать. Стойте! Нет! Да. Нет! Да. Нет! Нет! Позволь! Позволь! Лезь под кровать! Быстро! Лизонька, Ефросинья опять что-то разбила. Здорово, Ли, душа моя. Вижу. Вижу, что здорово. Сели мы, душенька, играть в проферанс с Федосьем Ивановичем, и так у меня спина разболелась. Не один. Кто здесь? Так я вам сказал, кто. Что? Лежите, вычите. А вы бы шли спать. Геморрой проклятый. Не сесть, не встать. Здесь тесно. Как будто все. Мне невозможно. Таким образом я нахожусь в ужасном положении. А я в неприятном соседстве. Что ты, Вася? Милостивый государь, вы забываетесь. Вы не знаете, с кем вы разговариваете. Знаю. С господином, что который лежит под кроватью. Но меня сюда завел сюрприз, ошибка. А вас, если не ошибаюсь, безнравственность. Но здесь мы с вами на одной доске. Так вот, душенька, Федосей Иванович и говорит мне. Вы бы, говорит, тыщелистник попробовали. Ты слышишь, душенька? Да, да. А я говорю, пиявки припускал. Угу. А он мне, нет, Александр Демьянович, тыщелистник лучше, он открывает. Как ты думаешь, душенька? Я думаю, что попробовать этого средства не худо. Что ж вы давеча не сказали, который час? Это неучтиво, сударь. Простите. Четверть одиннадцатого. Однако. А еще у вас, он говорит, пожалуй, чахотка. Я говорю, подагра и раздражение желудка. А как ты думаешь, душенька, чахотка? Боже мой, да что вы такое говорите? Я прошу,
ты бы, душенька, стала раздеваться. Легла спать. А я тут посижу. Ну, ради бога, полноте. После. А вы, вероятно, любовник этой дамы. Увы, нет. А неплохо бы. Вам тоже кажется, что она не дурна? Ну и хороша же ваша нравственность, милостивый государь. Что за прелесть эти ножки? Пылкая женщина. Как она нас под кровать? Видать, не впервой. Вы что, думаете, он здесь будет ночевать? А с него станется. Не все же мужья такие, как вы. Некоторые ночуют и дома. Желаете? Я не пью, спасибо. Ой, не могу же я лежать здесь до утра. Меня ждут. И вам, знаете, я... Ну, меня тоже ждали. Теперь уж, пожалуй, не ждут. А кто? Ну. Где вас ждут? То есть не ждут? Душенька, что-то здесь как будто коты шепчутся. Какие коты? Что вы выдумываете? Душенька, коты, коты. Я вот на медне прихожу. Сидит Васька у меня в кабинете и я ему, что ты, Васенька, он опять Я и думаю, уж не о смерти ли он мне нашептывает. Ой, какие глупости вы говорите! Стыдитесь, пожалуйста. Ну, ничего, ничего, душенька, ну, не сердись. Не сердись. Я вижу, тебе неприятно, что я умру. Но право, право только здесь, как будто мыши. Угу. То коты, то мыши. Я, право, не знаю, ну, что с вами сегодня делается. Душечка. Кто-то шепчется. Это у вас вата в ушах дурно лежит. Ах, по поводу ваты. Тут у новых соседей, что направо от лестницы. Как направо? Черт. Эта дверь была открыта. И я сюда. И мне надо было направо. И я сюда, в открытую дверь. Ради бога, молодой человек, а почему вас интересует направо? Так вот, и направо встречаю я хорошенькую. Хорошенькую? Говорил я прежде, что встречаю на лестнице хорошенькую даму. Или пропустил. У меня что-то слаба память. Это зверобой? Зверобой. А, зверобой надо пить. Угу. Говорят, лучше будет. А, лучше будет. Ну, ты говорил, что ты встретил хорошенькую. А? Кто такой? Да ты говорил, хорошенькую. Я? Когда?
Ах, да, да. Вспомнил. Наконец-то чертова мумия. Ну? Да, 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 да. Вспомнил. И такая плутовка. Она к знакомым приходит тут. Глазки все делает. А к тем знакомым тоже ходят знакомые. Понимаешь? Боже мой, чем ты только интересуешься? Ну, я не буду говорить, коль ты не в духе сегодня. И приплутовочка, глазенки такие в бархатной шляпке. А? Бархатной шляпке? Ой-ой-ой. Она, у нее тоже есть бархатная шляпка. Боже мой. Кто она? Кто она? Осторожней, осторожней. Что вы делаете? Встречайте. Как вы сюда попали? А вы кто, молодой человек? Вы незнакомец, я вижу. Но кто вы незнакомец? Вы принимаете участие тут, как бы что-нибудь не так. Как вы сюда попали? Что это, душечка? Ну, боже мой, это за стеной шумят. За стеной. Справа. Это а я еще говорил, что я и Франтика встретил с усиками. И все напевает. За стеной напевает. За стеною напевал. Это за стеной шумит. Слышите? Стена и правда напевает. А? Боже мой, у меня таки будет сегодня удар. Милостивый государь, помогите мне. Я в страхе, я в ужасе. Помогите мне, помогите моему отчаянию. То есть это не мое отчаяние. Я не муж, а любовник. Любовник? Да, я любовник, так же, как и вы. Ее муж мой друг, товарищ детства, а я любовник, помогите. Смейтесь, смейтесь, я тоже так смеялся в свое время. А вы, ты есть тот обманутый муж? У меня сейчас будет воспаление в мозгу. Присесть еще раз. Ступайте, пресекайте. Пресекайте. Это даже хорошо. Один выйдет, тогда не подумают, что там есть другой. Ступайте. Ах, послушайте, как хорошо напевают. Прощайте. Нет, я передумал. Ступайте, пресекайте. У меня здесь свои виды. Вы мне помешаете. Милостивый государь. Ну а как же я? А я-то как? Позвольте, я же как? Опять возня. Это за стеной. Нет, душенька, это не за стеной. Нет, за стеной. Нет, не за стеной. А Мишка все лает. Там, верно, мыши. Или кот Васька сидит. Угу. Кот Васька. Или мыши. Господи, я сейчас сяду. Что делать? Мяу. Какой безобразник. Я порядочнее вас. За что мы наказаны? За то, что ленивы. Бегаете, как угорелый. Врываете в чужое жилище. Пугаете безвинных дам. Беспокойте почтенного старца, удрученного болезнями. Да поймите вы, старик, который любит свою жену, мог с ума сойти, увидев, как вы лезете из-под кровати. Вы извините меня. Душенька, а у Васьки-то сегодня насморк. Нашли бы вы спать? Все чихает. И чихает, и чихает. Шли бы вы спать.
Ну-ну-ну. Я уйду. А впрочем, нет, останьтесь. Ой, нет, идите. Ну, идите. Идите, идите. У Панифидиных девочки я видел куклу. Нюрнбергскую. Ну, какая еще кукла? Ну, какая еще кукла? Ну, идите, идите. Лиза! Идите. Что? Ты меня вовсе не любишь. Люблю. Люблю. Но я устала, но я люблю, устала. Амишка, Амишка, иди сюда. Друг мой, ну иди что сюда. С тобой? Ты побледнела. Амишка. Теперь нам беда. Лежите смирно. Может, она отстанет. Ну, помилуйте. Если вы, не дай бог, причините ей вред, мы пропали. Вы не знаете сердце женщины. Душа моя, Амишка. Душа моя, ну не может же Амишка. Васька его там съесть. Надо высечь Амишка. Ваську. Да при чем тут Васька? Там люди чужие. Кто такой? Какие да люди? Там, под кроватью. Люди? Есть люди. Я вижу чей-то сапог. Ну-ка, вылезайте. 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 Превосходительство. Кто вы таковы? Говорите, кто вы таковы? Люди. Ради бога. Ради бога, не зовите ваше превосходительство. Ради бога, не зовите людей. Это совершенно лишнее. Вот. Убийца. Убийца. Ваше превосходительство. Убийца. Да, я виновник, а Мишкина смерть. Я невольный виновник. Не надо. Я все вижу. Я все вижу. Я виноват. Я не виноват. Это жена. То есть не моя жена. Не надо. Это чужая жена. А Мишка. Я не виноват. На Вознесенском мосту. А я не виноват. Я так. Это мой друг. Товарищ детства. Какой товарищ детства? Вы вор. Пришли обокрасть. А не товарищ детства. Ой, палач. Ваше превосходительство. Палач. Взгляните на меня. По некоторым знакам и признакам вы увидите, что я не могу быть варом. Не надо. Не надо. Ваше превосходительство. Вы дама. Палач. Ваше превосходительство. Ваше превосходительство. Я несчастный человек. Я пью чашу. Помилуйте. Ну, какое мне дело, что вы выпили чашу? Может быть, вы и не одну чашу выпили, вон, судя по вашему виду. Но как вы сюда зашли, милостивый государь? Я вам все объясню, как отцу родному, потому что вы в таких летах, что я вполне могу принять вас за отца. В каких таких летах? Ну, может, я оскорбил вас, а? Кто вы такой? Ваше превосходительство, я не любовник. Нет! Ваше превосходительство, ваша жена чиста и невинна. Да как вы осмеливаетесь это говорить? Да как вы смеете говорить про жену мою? Я-то думаю, это кот Васька у нас под кроватью чихает, а это он. Кто такой? Где служит? Ваше превосходительство, не надо, кто такой, не надо, где служит. Вы мне сделаете очень большое одолжение, ваше превосходительство. Я бы подал вам руку, но я не смею. Ваше превосходительство, вы не сердитесь. Вы понимаете, что любовь – это чувство тонкое. Ой, я забираюсь, ваше превосходительство. Я хочу сказать, что я старик.
Да нет, я пожилой человек, а не старик. Я не могу быть вашим любовником. Любовник это есть кто? Ричардсон, Ловелас. А я только так, я дверью ошибся. И все. Ну, видите, ваше происходительство. Я ученый человек, литературу знаю. Как я рад, ваше происходительство, что провоцировал смех ваш. Ой, боже мой, какой смешной человек. Как я рад, ваше происходительство, что провоцировал смех ваш. Смешной и такой запачканный. Душенька, но он не мог быть вором. Вот только как он сюда зашел? О, действительно странно. Ринальдо Ринальдини. На роман некоторым образом похоже, ваше происходительство. А вам я обязательно достану новую баллонку. Маленькой такой, хорошенькой. Шерсть длинная, нож коротенький. Побежит и упадет. Смешной, смешной и запачканный. Да где же он такой служит? Не надо, ваше высокородительство, не надо, кто такой, не надо, где служит. Я ваше высокородительство, вы знаете, совершенно счастлив. Я заблуждался, а теперь я открываю глаза. Моя жена чиста и невинна. Стой, вернись, душенька. Он женат? Он никогда бы не подумал. Знаешь, душенька, это кто? Кто? Это та хорошенькая, что у соседки, что вот глазки делает с франтиком, которая с усиками. Бьюсь об заклад, это его жена. Вы не теряйте время, вы бегите, бегите. Может быть, вы еще... Вы достанете. Я непременно полечу, ваше происходительство, но никого не застану. А если застанете, то приходите рассказать. Ой, нет, лучше пригласите ее сюда. Я хочу с ней познакомиться. Непременно приведу, ваше происходительство. Стой. Стой. Вернись. Я вот Васьки, кота, никак не отыщу. Не встречались ли вы с ним, когда вот под кроватью сидели? Увы, нет, ваше присоединство. Все чихает и чихает. Ваську надо высечь. Совершенно с вами согласен, ваше происходительство, что исправительные наказания необходимы с домашними животными. Что? Совершенно с вами согласен, что исправительные наказания, ваше происходительство, необходимы для выдворения покорности в домашних животных. А, ну, с Богом, с Богом. Ой. Где вы пропали? Что? Молчание. Прежде пели, а теперь молчат. А позвонить спугнешь? Остается выломать двери. Сейчас. Да помогите же вы! Общее ведь дело-то. Ну-ка, с размаху. Милый, милый жена. Ну, папа... Помогите. Мое положение. Я дворянин. Такие противоправные действия. Я не могу. Да, ступайте вон отсюда. Колпак. Вы просто дерзкий молодой человек. Вам изменили? Выловайте. Моя жена, вероятно, ждет меня дома. Да. Моя жена чиста и невинна. На Новозесенском мосту. И чужая жена, и друг детства, да? И вы, видимо, не Шабрин. Какой Шабрин? Да, Шабрин, знаете? Какой Шабрин? Знаете такой? Причем здесь Шабрин? Шабрин почтенный человек. Почтенный мерзавец он. Женился на девочке. Взял 300 тысяч. Да, благородный человек, дворянин. Да. Казну грабит. Вы не знаете ли вы? Я? Совсем? Я? Да. Тихо. Идут.
Позвольте. Куда? Позвольте. Нет уж, подожди. Осторожней. Нет уж. Ногу, постой. Ногу. Постой. Отворяют. Вы здесь были? Здесь мой муж. Ступайте, ступайте. Мы сейчас как раз от Половицыных. До Половицыной переехали. Я же все знаю. А кто вам сказал? Муж ваш, сударыня, он здесь. Он сейчас будет перед вами. Он подтвердит. Иван Андреевич! Сыву. Сымуа. Боже, что со мной было? Я была у Половицыных, можешь себе представить. Но ты же знаешь, они теперь живут у Измайловского моста. Я говорила тебе, помнишь? Я взяла сани оттуда, лошади взбесились, понесли, разбили сани. Я упала отсюда в 100 шагах, кучера взяли, я была вне себя. Но вот, по счастью, мсье Творогов... Да, мсье Творогов оказался рядом и взялся меня проводить. Но теперь здесь ты, Коко. А вам я могу изъявить только мою жаркую благодарность, дорогой мсье Творогов. Мсье Творогов, мой знакомый, на бале у Скорлуповых имели удовольствие видеться. Ну, я же говорила тебе, помнишь? Рад быть знакомым. Сани уж поданы, сани уж... Кто это? Мой муж, мсье Бабаницын. Представьте, какая встреча. Мой муж выходит от генерала Половицына, они большие друзья, а оказывается, Половицыны приехали. Жан, мсье Бабаницын, на балю Карповых, помнишь, Коко? Когда меня разбили лошади, и мсье Творогов любезно меня проводил, я была вне себя, но мсье Бабаницын как раз приехал из оперы и так мило пел итальянские арии. Всем стоять! Точно это он шумит. Вот, ну? Вот, ваше превосходительство. Привел, как вы велелись. Супруга моя, Глафира Петровна. Очень приятно. А мы знаем... Очень рад. Желаю всех благ. Да, 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 балонку не забудьте. Не забудьте. Принесу, ваш превосходительство, непременно принесу. Такая хорошенькая, точно кондитер ей из конфет сделал. Я еще жене говорю, помнишь, душенька, что это на все падает? Потом. Не смею докучать, ваш превосходительство. Рад был познакомиться. Идем, душенька. Прощайте. Прощайте же, господа. Мы, верно, все встретимся на бале у Сазоновых. Коко, ну скоро ли ты? Я вся дрожу, ужасный мороз. Пошел. Похоже. Верно, опять искали меня. Хотели расстроить свидание, которое я не знаю, кому назначила. Ой, стыдно, сударь, скоро на вас пальцем указывать будут. Что это? Это письмо я написала вам. Я так тревожилась, что вы тревожились. А вы?
помилуйте, сударь, жена умирает от беспокойства, пишет записки. А вас не сыскать. Куда прикажете отсылать записку? По счастью, я встретила пассажа Юлиана Востаковича. И я... Thank you.